Открытие нового спорткомплекса не за горами. Огромный фитнес-центр при Набережно-Челнинском педагогическом университете, прежнем Институте социально-педагогических технологий и ресурсов, практически готов к наплыву посетителей. Остались формальности. Что будет в новом спортивном центре, кроме бассейнов, и когда произойдет торжественное открытие, расскажем в следующем сюжете. Этот фитнес-центр строился и силами студентов педагогического университета. Ребятам с кафедры дизайна доверили разрисовать стены, как им понравится. Так появились мотивирующие граффити. Кроме того, само название центра H2O придумали также студенты вуза. Теперь каждый день у парней и девушек дополнительные занятия. Мы с девчонками здесь каждый день с 9 до часу прибираемся, моем полы. Мы моем вот эту плитку, мыли бассейн сам, мыли большую ванну, маленькую ванну. Мы сами проявили инициативу, договорились с ректором, с деканом, ходим сюда каждый день. На более чем 3500 квадратных метров площади расположились детский и взрослый бассейн на 6 дорожек, тренажерный зал, зал йоги, фитнеса и различных видов единоборств. Также здесь откроются детские комнаты, в том числе и для ребят-инвалидов. А у будущих педагогов здесь будут проводиться физкультурные занятия. На занятиях физической культуры, то есть мы планируем не только уроки плавания проводить и занятия по разделу плавания, но и также у нас тренажерный зал, это уроки и фитнеса. Здесь у нас и будет зал аэробики, зал фитнеса, зал борьбы, зал восточных единоборств. Сами бассейны уже готовы к эксплуатации. К слову, вода, поступающая в чаши, фильтруется современными технологиями без добавления хлора. В остальных помещениях здания также осталось выполнить лишь последние штрихи. Расставить некоторую мебель и тренажеры. Документы все о том, что завершено строительство, мы, конечно, в конце года представим. Сейчас идет набор кадров, мы уже абонементы первые стали продавать. Вот для этого нам нужно время, для разбега, чтобы мы уже открыли не формально, а содержательно, красиво, сразу одним выстрелом. На день открытия уже запланирован большой праздник с участием студентов, сотрудников НГПУ, чиновников, а также всех, кто помогал в строительстве спортобъекта. Торжественное открытие запланировано на 13 января 2016 года. Кстати, посещать спорткомплекс могут не только студенты педагогического университета, но и любой челнинец. А цены планируют установить ниже, чем в остальных фитнес-центрах города. Как рассказала ректор педагогического университета, работать спорткомплекс H2O будет ежедневно с 7 утра до 11 вечера. Ольга Шапкина, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.